Ну что, всем привет, дамы и господа, меня зовут Энтони, и сегодня мы посмотрим мод, который добавляет в игру трансформера дрифта, и чтобы его активировать, вводим чит-код DRE. Такое затемнение, и вот он появляется перед нами. Хорошо, можем пострелять, зажимаем ПКМ и нажимаем ЛКМ, и вот такие жесткие разрывные снаряды, которые взрывают всех и вся, просто в пух и прах. У нас также есть катаны, нажимаем клавишу Q, еще раз клавишу Q, и он как-то на расстоянии убивает, ну, взрывает машины этой катаной. По сути, если мы нажмем ЛКМ, у него есть анимация, да, но людей он не может убить. Я не знаю, почему именно катаной, вот, никак не происходит, никакого убийства, ладно. Но эффекты классные, мне нравятся. Итак, можем стать машиной, для этого нажимаем клавишу Т, вот такая трансформация. Машина булит, очень сильно мне напоминает Bugatti Veyron, либо Chiron. Пока просто мы катаемся, да? Можем теперь нажать клавишу Б, и машина стала заряжена. Можем стрелять, это левая кнопка, либо правая. Вот. Так, подожди. Вот. Просто правая это такой миниган, а левая это разрывные какие-то снаряды. Но, думаю, суть вы поняли. Теперь клавиша B, и мы стали обычной спокойной машиной. Теперь можем нажать даже клавишу R, и мы станем хантером. Но я не советую быть хантером, потому что им сложно управлять. Нужно же нажимать клавишу Q, а если мы ее нажмем, то мы взорвемся и умрем. Поэтому я стану обратно машиной, клавиша T. И вот булит. Вот такие дела. Что еще я вам не показал? Давайте-ка я, наверное, стану обратно нашим трансформером. Мы его рассмотрим и также постараемся данный мод деактивировать. Клавиша Т еще раз. Нормально, все прошло успешно. Вот, пожалуйста, у него какие-то иероглифы написаны, да, то ли на японском, то ли на китайском. Я не знаю почему, но даже видно по его стилю, как будто это самурай. Вот, посмотрите. Согласитесь, есть такая схожесть. А можем также вот стрелять очень жестко. Знаете, что теперь я заметил? Теперь нам дают звезды розыска за убийство, когда мы убиваем людей с этим трансформером. Заметили такую фишку, да? А ну-ка еще раз. Вау. Еще, по-моему, все-таки эффекты автор тоже поменял. Заметьте, пожалуйста. У нас почему-то еще здоровье стало меньше. Хотя нет, так и было. Я же игру новую начал. Ну ладно. И давайте попробуем данный мод деактивировать. Так. Давайте кого-то гасанем. Вау, жестко. Это код DOF. Это, конечно, странно, но когда я ввел чит-код на отключение данного мода, игра просто вылетела, то есть DOF. Я не знаю, с чем это связано, но мод, наверное, нестабилен. Я не знаю, но порой он у меня вылетал. Ну ладно, на этом все, закончим. Всем спасибо за просмотр. Такой вот мод Transformer Drift. Все клавиши я вам сказал. Это Т-машина. Потом R это Hunter, B это машина уже с орудием, Q это просто катаны. Так что всем спасибо, всем пока, увидимся в следующем обзоре. Адьос. Если хотите поддержать канал, можете оформить спонсорскую подписку. Ссылка будет в описании.